Всем привет, продолжаем рассматривать картины. Картина Париса Бардоне «Вручение кольца дожу». 1545 год, холст, масло 370 на 300. Большая картина. Парис Бардоне, художник, вышедший из мастерской Тициана, испытавший на себе в разное время влияние Джорджона и Лоренцо Лотта, долгое время работал во Франции при дворе короля Франциска I. «Вручение кольцу дожу» – одно из немногочисленных сохранившихся исторических монументальных полотен Бардоне. Оно иллюстрирует последний эпизод легенды о рыбаке, который был введением продолжительной битвы святых Марка, Георгия и Теодора, по другой версии Николая, патронов Венеции с морскими чудовищами, плывущими на город с острова Лидо. После победы святой Марк обратился к рыбаку с речью о том, что он будет защищать свой город, и впредь, а в знак доказательства, попросил передать дожу Бартоломео Градинига свое кольцо. Зритель становится свидетелем этого момента. Композиция разворачивается на фоне великолепной сценографической архитектурной перспективы. Устремление взгляда вглубь полотна сдерживается диагональю, составленной всего из нескольких фигур, векторно направленной к дожу, сидящему на тронном возвышении общественной лоджии. Она начинается с фигуры в челме. Ее синеватого оттенка ткань странным образом рифмуется с одеянием дожа, как и светлого золота, парадный халат Феридже с накидкой и шапочкой первого венецианца. Эта удивительная красочная перекличка, возможно, была вызвана заботой о колористической гармонии, но, вероятно, несла в себе некий информационный посыл, принять который сегодня не представляется возможным. Работа была выполнена по заказу братства святого Марка для залы Альберта. Вот такое описание картины «Вручение кольца дожу» Париса Бардоне я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания.